находимся с вами в кабине тяговой подвижной единицы российского железнодорожного транспорта ЭП-1, который в данном случае расшифровывается как электровоз пассажирский, предназначен для перевозки пассажирских вагонов, почтового багажа и другого вида багажа. Иногда в этой кабине еще ездят железнодорожники с работы, как бомжи на работу и обратно, потому что билетов вечно нет. Но это нас не интересует. Нас интересует этот прибор, который в данном случае показывает скорость пассажирского поезда. Едет он у нас. Ну давай, родной, еще пылесосочку. Не хочет он гоняться, машинист. Он только тормозит. Ну все, что, я пошел?